Вот, 9 лет в игре, я аж охренел, когда это увидел. Я последний раз играл где-то лет, наверное, 6 назад или 7. Вот сейчас опять вошел, вылезла вот эта вот фигня, то, что 9 лет в игре, всякие награды. Офигеть. Ну что ж, вот я вернулся в World of Tanks спустя столько лет, в принципе. Сейчас покажу, на чем я остановился. Ну я на самом деле помню, вот я до ИСа 3 докачался. То есть я World of Tanks не играл где-то лет. Ну я не знаю, 5 может. Ну да, наверное, где-то лет 6-5 не играл. А впервые я в него вошел где-то, ну, да, вот 9 лет назад получается. Вкачался я до ИСа 3, но вообще я мечтал об ИСе 7. То есть я думаю, что все-таки пришла пора вкачиваться до ИСа 7. Но надо будет сначала образец 257 перед этим заиметь. И плюс у меня, кстати, арта есть еще. Но арту я особо не качал. Арта у меня какая-то низкоуровневая. Так, сейчас посмотрим. Вот, арта у меня Су-26. Типа, там прям урон маленький совсем. Вот арту я, кстати, могу исследовать, по-моему. Су-122 это пятая арта будет. Мне прикольно, мне нравится на арте играть. С полковой школой тогда сразу. Хотя может без экипажа купить, у меня может есть экипаж, посмотрим. Изи, спасибо за покупку. Платеж прошел. Ну сразу тогда снаряды. Вот, короче, вошел через долгое время, на самом деле очень много всего, то есть атмосфера сразу в глаза кидается, вот раньше этого не было. Рейтинг появился, по-моему, когда я раньше играл, рейтинга еще не было. Боны есть, квесты вот эти появились, то есть раньше квестов не было. Сундуки новые сейчас надо будет открыть. Ну, еще как бы из третьей, это моя основа, скажем так. С третьей это моя основа. Появились всякие раскраски, то есть можно внешку менять у танка. То есть вообще до хрена всего нового появилось, это вот прикольно. До хрена, кстати, опыта надо еще до образца 257-го. Ну ладно. Танковый премиум на 10 дней. Дали бесплатный. Так, ладно, где моя арта пятая? Блин, я не помню, как там экипаж закупать. Так. Блин, а у меня командир только один в ИС-7 сидит. Надо рекрутировать командира. Ну вот такого с полковой школы. Наводчик. Да, у меня есть 56 голды, я не помню откуда. Это, наверное, выдали за что-то, потому что я, по-моему, не донатил. Мехвода сниму с Су-18. И заряжающие нужен. Отлично. Только я по умениям не помню. Как тут выставлять? То есть серьезно, просто давно не играл. Чисто вот спустя много лет в игру вошел.
давно не играл. Ладно. Чё тогда сразу в бой? Потом после боя открою сундуки вот эти. Реально помню, когда я в последний раз играл несколько лет назад, вот рейтинга не было. И по-моему у меня не было столько голды, то есть мне насыпали походу. А, ну да, мне насыпали. За то, что я вернулся. Много игроков в очереди, на ИСе третьем там меньше. Когда я на ИСе третьем встаю в очередь, меньше игроков. Но оно и ясно, типа, чем выше уровень, тем меньше игроков. Я прям мечтал об ИСе седьмом. Но что-то так и не вкачал. Вот надо будет этим заняться, либо на арту пересесть, на арте играть. Я даже не знаю, на арте тоже весело. Блин, долго ищет. Кстати, я вспомнил. Я ремонт не купил. А, все, я. Окей, я вошел в игру. Я, по-моему, огнетушитель не купил и ремкомплект. Что ж, придется без этого. У меня, кстати, где-то 80 FPS. Это FPS просел, потому что из-за OBS. А так, когда я играю, у меня 80 FPS, примерно 70. Ну, когда я в прицел войду, там побольше будет FPS. Вот так вот встану. Кустик. Так сейчас может засветит кого-то. Вот видите, FPS поднялся, когда в прицел вошел. На ИСе третьем я просто быстро дохну, мне вот это не нравится. Опять АФК-шеры стоят. Охренеть, у нас походу светляк АФК, то есть у нас никто вперед не едет, а вот он. Бля, хули я не навожусь, я до туда не достаю. Бля, чё за хуйня? Не могу навестись. Бля, мне чё, камни мешают? Я давно не играл, я не помню, типа, куда остановиться даже надо. КВ-1. А все, его убили. Надо куда-то выехать вниз. О, вот сюда встали. Опа, она по мне стреляет. Как? Так, где враги? А
рта еще долго наводится бесит. Так, за камнем. Так, а на этого наведусь? И на этого не наведусь. А, все, пизда. Сука, блядь. Я понял. Ну, у нас, короче, светляк. У нас просто двое АФК стояло. То есть по полу игры ничего не видели. Круто. Ладно, на ИСе третьим пойду. Так, ну тут у меня ремкомплект, все куплено. На арту тоже надо будет купить. У нас просто кретин. У нас два кретина просто АФК стояло на базе. И мы полагали ничего не видели. Ну что ж, поехали. Бесит реально то, что АФКши, то есть игра начинается, а челы стоят АФК на базе. Я что, не пробил или промазал? Почему у меня снарядов мало? А, хотя нет, немало. Ну, пиздец. Немного продамажили. Базу захватываем. Вот опять я промазал или не пробил? Промазал, походу. Кританул. Вот сука. Чтоб я пробил. Отремонтируемся. Да как его убивать? Пробил. Что-то нас окружают или нет? А, хотя нет, не окружают. Так как его ёбнут от этого чела? Пиздец. О, нас штурмует уже. А мне перезарядка. Пиздец, блядь. Надо вниз сам стрелять. Изи. ГГ. Ну,
открывать коробки надо, я чуть не забыл. Это я не покупал, это все открытые были. Ну, в смысле, не открытые, а бесплатные. Украшения всякие. Украшения третьего уровня. Сразу по много будем открывать. Прикольно. И еще 7 последних. Круто. Атмосфера плюс 1,6. Так я, получается, могу елку нарядить теперь. Прикольно. Золотой мяко. Второй уровень атмосферы. Плюс 50% к опыту на час. Прикольная елка. Не то, что у меня дома. Третья атмосфера. Виолетта Метельская. Награды. Подарок под ель. Еще один. Больше украшения. Ну вот это так красиво, что ж. Застолье тоже можно украшать. У меня вот есть третьего уровня. Добротная уличная палатка. И добротная беседка. Так, инсталляция. Терракотовый воин есть. Неплохо. Прожектор. Дворик. Дворик — это где танки припаркованы. Снегурочки. Что-то нет снегурочек, да? А, нужна четвертая атмосфера. Чак.
могу за осколки что-то купить, да? Ладно, фиг с ним. Как-то так.